городах продолжают вакцинировать жителей. На сегодняшний день привито уже более 12 тысяч человек. Останавливаться не планируют. Только что Химкинской областной больницей было получено 16 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Медики отмечают спад заболеваемости ковидом, однако расслабляться не стоит. Впереди простудный сезон. Мы как бы ожидаем сейчас подъем заболеваемости в связи с потеплением. Плюсовая температура – это очень комфортная среда для развития вируса. В связи с этим я призываю о необходимости вакцинироваться, чтобы успеть выработать антитела и быть защищенным. Напомним, что сейчас в Химках работает 9 стационарных пунктов вакцинации в каждой поликлинике округа. Кроме того, прививку можно сделать в ТРЦ «Мега». Сотрудники предприятия могут привиться прямо на работе. Медики выезжают на предприятие по заявке работодателя.